Ребята, привет! Сегодня такой небольшой выпуск. Обзор. Угадайте, где мы сейчас находимся. Если вы думаете, что это где-то в Будапеште на термальных источниках, я вас разочарую. Это в Москве, и мы сейчас в акватории ЗИЛ, в большом открытом бассейне. Тут очень красиво, сейчас вам покажу виды. Смотрите, как прекрасно идет снег, а над водой такой красивый пар. Ну и, в принципе, достаточно мало народу. Мы приехали сюда в 8 вечера, специально потому, что у мамы же работа. Ну и вот 8 вечера, да, тут вполне себе так спокойненько и тихо. Так, ладно, сам бассейн вам показала. Теперь традиционно о плюсах и минусах, как я люблю. Плюсы – он красивый и он теплый. На этом, я думаю, что все плюсы заканчиваются. Ну, серьезно, я не знаю, что еще тут сказать. Заход сделан достаточно удобно, то есть по улице мокрый, голый, ты, в принципе, не ходишь. Это классно, это я бы отнесла к плюсам. А вот минусов тут больше. Ну, во-первых, первый – это сауна. Там дофига народу, такое ощущение, что народ туда приходит, в принципе, просто посидеть, а не просто погреться после того, как поплавал. По крайней мере, когда я зашла туда первый раз, было 4 девушки, я такая думаю, что-то многовато, зайду-ка я попозже. Захожу попозже, там уже 10 девушки. Я такая, ну понятно, сходила я в сауну. Она прям в женской раздевалке находится, ну, у мужиков, соответственно, своя сауна. В общем, забила я на эту идею, потому что в условиях, то, что сейчас ходит омикрон и вся вот эта вот фигня, мне кажется, сидеть в помещении максимум, сколько там, наверное, 3-5, идея такое себе, я, например, не рискнула. Вообще не круто то, что там какая-то полная фигня с указателями. Я, например, ну ладно, хорошо, может быть, это я тупая в навигации, но я заблудилась бы, наверное, раз 100. Ну, я и заблудилась, собственно. Я у двух девушек спрашивала дорогу. Первый раз пошла, куда мне показала первая, я не вышла к бассейну. Второй раз уже поняла, вышла. В общем, там все так непросто, а указатели, да, указатели для слабаков, конечно же. Еще из минусов таких открытых бассейнов зимой, это то, что, конечно, ты плаваешь в теплой водичке, и там реально не холодно, то есть двигаешься ты, не двигаешься, неважно, мне бы, например, было комфортно. Парочки некоторые просто там приходили, такие зависали по уголкам, и, в принципе, тоже было круто и все. Но ты же, когда подныриваешь, если там надо подныривать, я не подныривала, например, но при плавании обычно ты все равно мочишь голову, соответственно, у тебя волосы будут мокрые, соответственно, если на улице минус, голову тебе, скорее всего, просквозит, потому что он закрыт, но ветер там все равно есть, поэтому, не знаю, мне кажется, насморк там схватить как нефиг делать, поэтому, если вы собираетесь туда идти зимой, я бы, например, хорошенько подумала, особенно если вы привыкли нырять с головой.